В регионе продолжается борьба с незаконными майнинг-фермами. На этот раз криптодобытчиков выявили в Ленинском районе. Для осуществления своей деятельности злоумышленники миновали приборы учета и подключились к электросчету многоквартирного дома. Эта деятельность приводила к ухудшению качества и к перебоям электричества у жильцов. Администрация Ленинского района в рамках деятельности комиссии по профилактике правонарушений совместно с сотрудниками горэлектросетей выехали на место для разбирательства. По всем выявленным фактам собраны материалы для принятия процессуальных решений. Сумма ущерба будет установлена после оценки специалистов. Дерется с ними уже. Не дают доступа туда. Ну, здесь согласно закону. Они, если даже ей сделали, больше сети, кто-то сделал ей документы, у нее должно быть подключение не от малого шитка. Или со столба, или с трансформатором процесса. Смотри, вот группы у нас все нормально. Общая нагрузка. Вот 87, вторая фаза 84, третья фаза 84. Это общая нагрузка. А теперь чисто Леон. Майнинги. 52. Смотри. 49. 45. 63. 64. Вот. Я то есть получается сказал, две трети от нагрузки, две трети от нагрузки, да, дома она забирает. Да.